Так, регистратор, видеорегистратор H190. Так, соответственно, это вот у нас вид на него изнутри машины. Камеру у него можно развернуть прямо на нас. Так, что у нас камера? На камере у нас еще 8 светодиодов для ночной подсветки. Так, пульт управления. Кнопка включения-выключения, режим фото, режим видеокамеры и режим просмотра. Так, дальше у нас здесь у нас переключатель между качеством съемки VGA и HD. Так, здесь у нас располагается кнопочка ресета. Так, здесь у нас мини-USB выход для подключения к компьютеру. Соответственно, и одновременно для подзарядки. И еще разъем для карточек microSD. Вот таких вот. Так, это я, по-моему, сейчас неправильно вставляю. Наверное, правильно будет вот так. О, все. Карточка памяти на месте. Ну, вот у нас уже съемку можно начать. Вот съемка пошла. Вот здесь показывается заряд аккумулятора, который находится внутри. И там 800 мАч. Насколько времени хватает внутреннего заряда, пока не могу сказать. Отключим. Так, что у нас здесь еще интересного есть? Еще интересно вот эти вот углубления для крепежа. Они есть снизу и они есть сверху, для того, чтобы можно было прикрепить как лобовому стеклу, так, например, и на панель переднего автомобиля. Так, тут у нас ничего. Так, ну все, посмотрим теперь комплектность. Так, первая подставочка. Подставочка у нас достаточно простая. Это просто, чтобы снимать в домашних условиях. Видеорегистратор. Так, дальше у нас идет в комплекте просто дата-кабель с USB, мини-USB. Вот он у нас. Так, идет зарядка для от машины, соответственно, от прикуривателя с выходом, опять же, мини-USB. Так, далее идет в комплекте вот такой вот кронштейн, поворотный шарнирный, очень удобный, кстати. Ну и, соответственно, прищепка сама вот такая. Кстати, очень хорошо держит на стекле. Так, далее в комплекте у нас есть диск с драйверами, но, честно говоря, мне он не пригодился. Компьютер все и так хорошо распознал. И некая китайско-английская книжка с описанием. Ну, насколько я мог проверить эти параметры, пока вранья не нашел. Так, и последнее, это розничная коробка-упаковка, которая идет. Достаточно такой приличная коробочка. Вот тут на ней какие-то обещания написаны. Так, на обратной стороне у нас опять перечисление всевозможных параметров идет. Того, что эта камера умеет.
Ну, вот, пожалуй, и все.